слушать ветер в парусах. Тебе и в море ночью снится шторм. Всем, у кого улыбку вызывает страх, навряд ли нужен постоянный дом. Его не удержать пейзажем при луне, и вся его любовь длиною в одну ночь. Ведь нет луны прекрасней, чем в его стране. Его не связывают с землей ни сын, ни дочь. Нам не построить золотых дворцов. Того, кто стал на якорь и душой, и телом, кто был земной сиреною пленен. Он все, что мог, уже для моря сделал. Что же он где-то прав, быть может, хотя его нежная. А вот взгляд нашей группы на нежность. Сон пролетающий сладкой мечтой, в котором я был с тобой, увы, уходит прочь. Нас разделяет время сейчас, увы, не в первый раз. Нас разделяет ночь. Такое скучное.
скучно наша жизнь была, когда любовь ушла, сердца могла. Не сожги мосты, наши пути на них пусты, ты останься со мной. Сердце печаль, ветер гонит даль, смахнёт слезу водой. Сладкие грёзы и ночи разлук сближают нас, мой друг. И только масло льёт в огонь. Такой скучной наша жизнь была, когда любовь не жгла сердца давно. Сейчас сыграем старую свою песню. Песня, написанная о Солигорске, о девушке из Солигорска. Эта песня лирическая, поэтому ничего не будет плохого, если кто-то из вас решит пригласить свою любимую, знакомую, незнакомую на танец. Итак, лирическая композиция, которая называется «Анжелика».
скажи, на ком вина? Thank you.
по всем, но там его немного, об этом знают все. Нам правда есть что вспомнить, эй, не грусти, дружок, пришла пора трезвонить, вернулся к жизни рок. Дамы и господа, так уж получается, что всегда какое-то веселье, музыка и неприятные вещи какие-то ходят рядом. Так уж получилось, в счастливый какой-то день меня и Андрея судьба познакомила с талантливым, я не побоюсь этого слова, с величайшим музыкантом Беларуси, сердце которого сегодня в 6 утра остановилось. Мы долгое время знакомы. Мы сыграли очень много хороших песен. Мы очень здорово дружили. Но Бог как-то распорядился иначе. Может быть, как раз и к месту, опять же, в такой праздник. Мы хотим исполнить для вас. Это премьера песни. Автор слов этой песни. Алексей Третьяк, вот стоит, пожалуйста, в зале. Это его точка зрения. Мы целиком согласны с его точкой зрения, потому что каждый из нас, так же, как и Алексей, когда-то обращался туда со своими претензиями. Ну, как видно, нас не особенно хорошо там слышат. Наша следующая песня называется «Боже мой». Что не сводить нехто с нас своих лошей. Боже мой, ну да на убоку, Боже мой, опошний смех, полевание ладить сокол, поляуничи не дисбег. Такий же дав я льос, може хто другий воскрос. Де тут правда, де подман, у пана Бога інший план.
кажу парти. Боже мой, лихі дні. Ці розумієш ти, що варто у церквах тушить огні. Боже мой, змілуйся, досить. Боже мой, який прокльом. А надія бачить постать, там далі гляжу, ніє, ніє. Не так і жадав я льос, може хто другий воскрос. Де, де тут правда, де подман, у Пана Бога інший план. Бачиш мою душу. Ми ж до його серця, ми ж кему за правду. Спасибо. Ну а перед заключительной песней мы всегда говорим один и тот же текст. Группа «Замковая гора» всегда была, есть и будет против любых видов наркотиков. Надеюсь, и вы с нами. И по этому поводу, наверное, наша самая известная песня. Песня, которая называется «Ночь». Ну и, собственно, тематика против этой гадости, ребята. Потому что много-много-много ребят и девчат с нами уже нет. Yeah.
Кирова, «Замковая гора», барабаны Сергей Шкурзе, бас-гитара Александр Куршев, лидер-гитара Андрей Раевский, вокал Алексей Войтешек. Концерты. Регистрируйтесь в группе ВКонтакте, в Одноклассниках «Замковая гора».